Всем привет! Всем привет! Плюс 15 на улице, солнце светит. Так это плюс 15 в тени. Небо чистое. Ну да, это плюс 15 в тени. Мне сейчас затылок жарит. Ага. Мы вышли прям реально на солнце, а оно вот, вот прям вот, не знаю, по-летнему. Конечно. Вот. Наконец-то без тупых курток. Птички по стандарту. Еще не в духовке. Всем хорошего дня. Ага. Сегодня у нас погодка топ, надеюсь, дальше только будет лучше. Ну да. Да, мы едем в город. Здрасте. Здравствуйте. О, отлично. Во! Идеально. Она там чуть не прикипела. Можно ехать сегодня так. Да. И к тому же без проблем. Во! Здравствуйте, да? Здравствуйте, да. Прикольно. Так, ладно, все, чуть-чуть. Ремся едем. Ну. Куча деток гуляют. Угу. Ой, класс. Да. Ну и мы. Меня подогрев лица. Согласен. Где там у нас? 30 секунд еще. Кайф. Я хочу на пляж. Я тоже. Ты уже хочешь туда? Да. Нифига себе. Я хочу на пляж. Сереж, вот там я один тебя просто почувствовал зиму. Слава богу, походу не. Ага. Не, ну вот если бы она была со снегом, я бы почувствовал. Я люблю снег. Ну, вот прям реально люблю снег. Забудь лет на 10. А. Вовремя купил полуприводную машину. И зимнюю резину. Ну да. Ценой в неплохой автомобиль. Нет бы, чтобы купить слякотную резину. Да. Ну ладно, ничего страшного, все хорошо. Все, что делается, делается к лучшему. Согласен. Туда мне надо. Чего? Плюс 18 машина показывает. Нифига себе. Плюс 18. Я только увидел. О, рыбаков нет. Странно. Нет, есть двое, вон сидят. А, плюс 18. Серьезно? Да. Плюс 18 они сидят рыбачат. Ну ладно, на здоровье. Корешку хотят, стопудово. Лопатки. Идеально. Здрасте, я вижу, что ты в этом там футболке. Прекрасно. Костя, вот в футболке, жаркий человек. Ага. Все, закидывай, поехали. Все банально. Говорю, не закрывай, хотел завести, потом... Да, хорошо. Все, поехали. Ничего не заметила. Мы так ехали. Ничего себе. Слишком красиво, да? Слишком классно. Ну, так, и мне сейчас будет вообще прекрасно. Так температура же вообще. Ты 18 градусов сегодня. Да. Он машина показывал 18, сейчас пока тут в тени. 17 сейчас, да. Постояли 17. 18, так, можно... а на солнце еще больше. А на солнце, конечно. На солнце 22-23. Мне... Ну, не знаю, более-менее комфортно. Ну, вообще мне не холодно. Все, не у меня вот и все. Тринь. Замечательно. Я сегодня на работе была целый день без курточки. А я в футболке. Ну, конечно же, никто не сомневался, что в такой хороший день тут будет куча машин. Угу. Ну, еще не прям такая большая куча, но... Есть такое дело. Что-то приложуха не работает. Так, ну что, приступай. А мы все в ожидании чуда на солнышке будем греться. О, даже на носочки встал. Да, на это можно смотреть вечно, как что-то грязное становится чистым. Хотел сказать вымытым, ну ладно, просто чистым. О, красота приехала. Чистая, помытая. Отлично. Все красивенько, красивенько. Ух. А я пылючку внутри вытираю. Во. Надо ж поубирать все. Класс. Во. Такое все посметали, да? Капельки посметали. Ой, это Вики колеса Сережа решил. Я вообще в шоке, как я увидела, что он собирается делать. Я уже забыл, как это делается. Как это делается, если честно. Спасибо, это мне подарочек? Да. Супер, я довольна. Давай уже делай. Это отклеилось. Я хочу вспомнить, как это. Как это выглядит, да? Да. Ой. Выглядит ничего так, да? А я прям вижу, как оно там пропитывается. Ага.
А знаешь, такое она теперь и останется черной. И считай, всю зиму я ее не тер, к сожалению. Поломал. Брось, а то уронишь. Взял, взял и бросил. Мыло никто не отменял, оно где-то лежит. Оно где-то есть. Оно есть, да. Просто мне надо придавливать, вот эта штучка же отклеилась, засранка, понял? Ага. Теперь мне неудобно. Ничего. Доделаешь уже как-то, уже начал. Ну, конечно. Что такое погода сегодня хорошая? Потому что нам говорят, алло, ау, начинайте собираться на палатки, скоро лето. Да. Первые шашлыки. Вот это да. Согласен. Шашлыки, я согласен. Погнали, сейчас купим мясо и в гараж. Да. На шашлык. Ты же чувствуешь, что я уже сижу в гараже? Да. А, классно. И как оно? Нравится? Да. Прикольно. Я представляю себе это. Ой, красивенький, желтенький, желтенький, красивенький. Бамблби! Он хорошенький. Что такое? Жарко, что ли? Купил и попробуй продать потом. А, ну да. Ну, кому-то что дает? Я уже жаль. Уже начинается жай, жарко. Жай. Ты же села мне на шкуру, смотри, ты видишь? Смотри. Видишь, да? Вот это вот так держала. Я просто держала. Я же не спорю. Когда ты откроешься? Почему ты не работаешь? Непонятно, когда откроется, но скоро мы побываем в нем. Но не прям в нем. Правильно? Давайте, проходите. Я всего лишь один ехал, могу спокойно проехать, сзади никого нет. Угу. Но ты почему-то взял и остановился. Только что меня ремень обнял, у меня аж в спине хрустнул. От чего? Я не знаю. Это как тебя так ремень обнял? Случайно. Зай, затормози и порежь. Вот так могу. О, прикольно. Вот так бы он тебя обнял. Я ж позвоночник вправился, спасибо, дядька. Ага. Я легче стал. Ты если что предупреждаешь, чтобы я камеру держала. Ага. А то улетит она это. Ву, убираю, отлично. Пылюка, держись подальше, пожалуйста. Она уже высохла. Да она все равно будет, какая разница. Ко мне сегодня подходит один мужчина, получается, да, подходит. Говорит, молодой человек, люк закройте, говорит, то пыли в машине будет много. Да. Он говорит, что я даже летом люк не открываю. Да. А смысл машины с люком? Да. Говорит, я даже, говорит, летом не открываю люк. Не, я, ну, я понимаю, говорю, то есть я понял, что человек тоже чистюля, говорит, потому что будет сильно много пыли. Говорю, я знаю, говорю, у меня есть, говорю, машина не один год с люком. Два. Ну, как бы, ладно. О. Volkswagen. Das такой auto. Звук, как будто бы подъехал трактор. Да, с авто. Да, в отражении вообще красота, а не машина. Ты за меня? Ты вот само собой. Ну так, а кто же мне еще может похвалить, чем не я сам себя? Зато я машину смотрю. Какую? Нашу, в отражении, там видно прекрасно все. Смотри, какая она большая. Да, большая машина в отражении. Это меня... солнышко мое. Сереж, у меня ремень за пузо зацепился. Да? Ремень за пузо? Да. Это есть проблема. Идем. Это слишком красиво, Таня тоже стоит. Надо руки пойти помыть. А, это... Прикольно. О, это ухи. Так это... поломаешь. Зай. Скоро. О, да, идеально. Блин. Че? Ву. Прикольно. Короче, здесь уже на Пасху. Мне все нравится. Что, не нравится, что-то не понятно. И это еще надо. Карман. Комплект. Да. Смотри, кстати. Да сними ты эти уши. Господи. Я их не одевал. Вот так не ходить. Вам смешно, буду ходить. Это так. На... Зая, яичко укатилось. Положи его назад. Смотри, беленькие. Прикольно. Вот, очки. В корзинке всякой. Переодеться можно нормально. А тут еще что-то, смотри. О, корзинки. Зая, чем дальше мы заходим в магазин, тем холоднее становится. Ну да. Заметил? Да, мне, у меня супер. Отлично. Вот зайцы еще. Зая, пора переходить на мивинку. Что? Продукты харчевания, дивлюся. Есть тут? Электрохарчевание. Где? Не видно. Вот а это не такая, я такую не люблю. Есть или нет? О, есть. Я нашел, что буду к чаю дома пить. Да сырки мне взять. У меня все дома закончилось. Скажу, такое возможно.
А? Наши да? Как... Шоколапки. Где второй этаж хлеба? Не знаю. О, вот серьезно. Во, теперь здесь первый этаж широкий, а второго такая. Нет. Нифига себе, смотри, какая она большая. Что мы? Пошли, дома бесплатная еда есть. А, понял, молчу. Бери, зайчик, все, что хочешь, покупай себе все, что тебе нравится. Бери, кушай на здоровечко, пожалуйста. Типа я тебя когда-то что-то спрашивала, если надо взять, то берем и все. Не знаю, я просто так вслух сказал, потому что мы все, что говорю вслух, только это замечают. Ой, смотри, как. Ух ты, прикольно. Что за хлеб? А как хлеб брать? Ну там пончики есть. Я понял, а как хлеб брать? Наверное, только звать и сказать «дайте». А, зай, Лё, они тут. Ты понял? Придется взять. Швырнул так швырнул. Да, спасибо большое. Прикольно. Пошли. Не-не-не, ежер, на здоровечко кушай, пожалуйста. Ну, я да. Что сказал. Будешь, а ты, будешь пирожок? Мне, я думаю, будешь мне пирожок? Хватит. Я не знаю по поводу пирожка. Он вкусный. Может, ну, капуста? Здесь, Сережа, напомню, берешь мясо вкусное. Котлета у тисти. Че себе. Беляш мясо. Конечно, здесь все прикольно. Кофе. Прикалывайся. Смотри, сколько еды. Беляш мясо. Да. Во, 600 гривен. Идеально. Сложно. Это дома? Это домой. Ага. Он не подечет. Говорила. Так ты будешь пирожок сейчас или нет? Я салатик. А ты? Я буду пирожок беляш. А, беляш? Только это дорого. Можно, пожалуйста, на беляшек один и с С картошкой. С картошечкой нагреть это все. Можно? В отдельно только, пожалуйста. Пакетик. А? И вилочку. И вилочку тебе? Да. А. Так, чем я приду сейчас? О, тепленький пирожок, смотри, с картошкой. Картошка. И еще и с капусточкой. Это опять видео посмотрели? Ты что, серьезно? Ну, я не знаю. Да. Два. Большому мальчику один, а второй нам напополам. Это беляшики. Это беляшик. А, блин, ладно. А что это ты мне дала пакет? Гоги беляшики. На твои эти самые сырки. Пойдем посмотреть, какие. Ты видел, сколько они стоят? Не. Не видел. Все, они подорожали? Ну, мабуть. Я буду видеть, а ты не видел. Я не знаю, я... Пожалуйста, покупайте все, что хотите. Я как бы, я только за. Я плачу. Да. Все, спасибо большое. Спасибо. Так, счастливенько. Идем. Пошли. Два пирожка на 30 гривен. Так ты ж, идеально. Супер. Нет. Ты живи. Ну а что? Уже почти 15. Ну. А вот это что тут пишут? Там было последний раз 24. Сегодня у нас какое? 9. Ну, 4 дня. А, да? Да. Отлично. Свежие. Костя. Набирай. Таня. Не в тему стоишь. Ходят тут всякие. Ага. Ну блин, давай, я сейчас давай. Быстрее сама влипну туда, ну, да. Чем его сдвинуть. Удачи, я стена. Все, давай. Хватит. Быстро положил еще. Живу. А ты куда? Я за яблоками. За яблоками. Ты за яблоками, за яблоками. Ты же кричала, что яблоки там вот у нас не такие, как здесь. Но мы... Поэтому берем сюда за яблочками. Одна штучка, посмотри, сколько стоит, чтобы ты не махала. 33 гривны. А вот тебе, пожалуйста, никто не купил, она начнет пропадать, и уже минус 50%. Вот она сейчас типа 150 стоит, и минус это за 75 гривен. А я говорил, это сколько быстренько. Тут? Люди не будут такое покупать. Сколько тут грамм? 250. Да, 250 грамм. Капец. Там пирожки. А что ты не могла в руках понести? Зачем? Пошлите. Мелковатая, но, по-моему, красная. Зай, возьми хотя бы одну просто, хоть по чуть-чуть. Ой. Чё это? О, киви, зай, 40 гривен. За корзину. Ну да. А ну попробуй, пожалуйста, киви и возьми эту штуку одну. Манго. Зеленоватая или нормальная еще? Ну такое, да? Ну так, я не сказала. Больше зеленоватая, да? Угу. Ладно, бери, пошли. Масло, пошли. Маленькое какое-то оно, или оно просто толстое? Нормально, оно какое-то. Все, пошли. На выход. Да. Так это же ты мало купила, зай. Не хочешь еще что-нибудь купить? Ну ладно. Главное, когда предлагаешь, не хотят. Вообще уже страх по тебе. Почему бы и нет? Как ты так сделал? Два кофе сразу нажал сделать, да?
сначала один, я просто поставил два стакана рядом, нажал вот Excel, поставил чуть рядом, и потом еще раз нажал вот Excel, поставил рядом. Какой ужас. Молодец. Удобно. Вот, пожалуйста. Теперь оно равномерно смешано. Молоко, кофе, молоко, кофе. Почему на улице теплее, чем в магазине? Реально. Реально, здесь теплее, чем в магазине. По подогрет. Ага. Прекрасно. Так, багажник открываем. Капец, как тепло. Сегодня. Давай. А то как-то пакетик у нас что-то не очень. Опа. Держи кофе. Удобненько. Да, я только сумку свою убери, чтобы сзади машину чужую не вытирала своим демоном. Вот так вот. Подходит. О-о-о. Ладно, перестаралась. Надо чуть-чуть сюда. Всего мне хорошо, удобно. Угу. А что такое? Прикольно. Так, пирожку съели. Они были нереально вкусные. Согласен. Костя сейчас выкинет. Вот это хорошо, спасибо большое. А зачем? Оно не должно разлететься. Ага. Так вон, подложи курточками всякими, оно не улетит, зай. Только вот аккуратно, главное, чтобы не порвалось. А все остальное мелочи. Вот туда ложи его. Вот туда, да. Вот так. Вот. И вот так вот ложи его, там накрой, ничего с ним не будет. Телефон забрали. Закиньте меня пока домой, пожалуйста. Закинем. Я чуть на велике покатал. Серьезно? Угу. Красава. Ну, пару часиков. Все, сумочку свою забирай, то, что все закрывай. И оп. О, уже опытная. Ключ у тебя? Блин, смотри, какие эти колеса. Зая. Не, ну шикарно. Видно, что машина с магазина. Ладно, поехали. С салона, простите, не так сказал. Ну вот, кстати, этот самый... Эй. Я все равно открою, пускай сейчас еще... Эй, что? Это сделала не я. А, да? Ты че? Солнышко заходит, реально начинает прохладно становиться. Не, ну ты понятно, ты не чувствуешь. А у меня чувствуется. Серьезно? Да. Даже Костя оделся, ты че? Ну да. 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 А че, он там проехал, а этот тут проехал? И вон сбоку с нас тоже едет по встречке. Я тут пока в зеркало любовалась. Вот это нарушение правил дорожного движения. Так они все время едут. Оттуда выезжают, все время едут по левой полосе, а навстречу едет машина. Если честно, этого не понимаю. Зачем им права выдавали? Я выдавал. Ну да. Стопудово. А вот на это более похоже. Все, до свидания. До свидания. Побачимось. Если звоните, давай наберешь. Давай, на звездочку. Бережно. Сколько людей ходит, гуляет. Ты заметил? Да, заметил. Ну, во-первых, машин нереально много. Ну, время, ладно, еще. И это, а людей сколько на улицах, да, просто. Да, 5 часов на улице плюс 17. Было бы так бы уже и дальше. Зачем в этой температуре падать? Ничего, я думаю, пару неделек, может, 3. Нет, 3 тут уже много. Нет, я не помню, когда Пасха будет. Вот после Пасхи уже будет тепло. Ну, глянь, кстати, когда Пасха. Угу. Да, оно светит мне в оба глаза. Слава Богу, радуйся. Я довольна, как слон. Угу. Ничего не вижу, но как слон. Зайка, по-моему, мы не в правильную сторону едем. Нет. Солнце там? Нам туда, там. Да. Палатки там? Так, а что мы едем? Не туда. Ага. Чуть-чуть подождем. Да, еще пару месяцев, и можно на палатке. Ну ладно, не пару, два, три, три, четыре. Три-четыре месяца, и можно на палатке. На воде какая прекрасная дорожка идет. Плюс да, 18. Они сидят, там двое так и сидело. Капец. Сейчас скоро мы перестанем о них говорить. Скоро растает лед. Ну, плюс 18. Ну, плюс 18, да. Все, наконец-то. Мы приехали. Идем. Так, мусор собрала. Нам забрать только пакетик и вашу курточку. О, тут место у нас, да? Да вообще шикарно. Так, сейчас надо покушать. Тёма как раз скоро уже должен в гуляк пойти. Во! Это моя новая чесночница. Боже, она классная. Зая, иди посмотри. Чего? Распаковка. Боже, даже каждая эта самая ручечка отдельно в клееночке.
Да блин, что ж такое? Что это? Ты видишь? Даже ручка каждая отдельно вот такой этой. Дай сюда вторую надо сделать. Потому что если туда будет попадать что-то там, еда или чеснок или еще что-то, это ж туда не вытащишь. Чтоб оставить их все вместе. И, ага, ага. Дай сюда, сложно. Ну ладно. Возможно. Прикольно. А ну сполоснее. Угу. Интересно. Ну все, 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 молодец, молодец. Давай, смывай ее. Я хочу хоть пару стейков сделать с чесноком. Ты такое будешь или не будешь? Ты не будешь пробовать эксперимент, а я на одном хочу поставить. Или на одном, или на двух. Здорово. Я что, коза? Не. Так. Соль, перец. Ложи. Посолить. Ты куда пошел? Сделать то, что ты вечно забываешь. Достань, достань эту штуку. Какую? Открой. Доставай. Это уже там новое? Ну, конечно. Фу. Положить зубчик. Классно. Работает. Еще один. Мне не страшно, что поломаешь даже, да? Мощно. Она это, видишь? Угу. Тут она, получается, достает, а там нет. Поэтому надо чуть-чуть сюда брать. Вот так. Уже там достаточно. А мне все нравится, а мне все нравится. Прекрасная штука. Понятно, на такие деньги. На одной стороне. Да. За 50 гривен. Да. Ну что, нормально, стоило 350. Во. Вот, первоначальная 350, потом 250, а в итоге взяли за 50. Одну. Прошу. Что-то много мяса. О, там... Маме оливочки, там без попыток. Капусточку несу. Там красавица-чудовище идет. Повітря на траву. Доїдь, доїж ти, будь ласка, тобі кажуть. Так, да, дякую. Ти Тьома? Угу. Тьома вернувся з гуля. Он сейчас как раз сядет, покушает. Еще тепленько, горяченько. И как раз таки тревога, и он вернулся. Вовремя. Где он там? Гуляка вернулся. Нагулялся? Да. Так мне, у меня там была разборка с пацанами. Началось. Ну я не плакала. Молодец. Мы решили избавиться от мусора дома. Да, решили посмотреть, насколько пропавший арбуз. За сколько? За полгода? Так, риш. Я думаю, что там, это будет? Я думаю, там... А ты сразу прям так? Да. Ой, по-человечески. А прикинь, а как говорится, а вдруг? Да, какой там вдруг? А что он трещит? Выглядит свежим. Мне не нравится, как... Может, мне, конечно, это кажется, но как он пахнет. Плохо, да? Ну, я бы сказала, не, пахнет арбузом. Понял. А ну. Чего? Да не может он быть... Не, он, наверное, годным. Негодный. Но... Блин, сейчас. Не. Не, он не. Он негодный. Не, ну хотя. Не, он не. А вот этот внутрянка, а вот этот верхушка. Короче, вот это все выкидывать. Но пахнет арбузом. Ну пахнет. Вкусно. Я сейчас принесу второй, второй посмотрим. Неси. Хочешь арбуз? Нет. Чего? Не знаю. Не, не нормально, что за гости? Их угощают арбузом, а он не хочет. Странный. Ой. Как ты могла? Все, доедете. Чай, Костя на пальце наступил. Иди. Следующая партия. Файл. А что ты делаешь? Помыть.
Я еще не видел, как перед выкидыванием... А вдруг он нормальный, я буду его резать, он грязный. Да, навряд ли он нормальный. А сполоснуть от продукты. Там можешь его сразу разрезать. Неудобно. А как его теперь выкидывать? В пакеты и выкинуть. Туго идет, аккуратненько, пожалуйста. Это я знаю ваши возможности. Прекрасные возможности. Я думаю, надо сделать. Да, лучше вот как-то вот так, да. Я думаю, внутри будет такой же. А ты вот так ковырни. Вот так? Вырежь, да. Ну, грязнет. Не, она вкуснее какой вообще. То есть вода. Короче, он типа не пропал, не, он, но он там не пропал, вода, да? Но вкус свой потерял полностью. Ну, знаешь, это как реально, да, ну, как просто траву. Плюс у домашних же у них такой есть вкус. Не, ну подожди, вот этот сладкий, он белый, он сладенький, он вкусненький должен быть. То есть просто вода вообще безвкусная? Да, да, он просто безвкусный. Хочешь, можешь грызнуть. Ну, понятно. Ничего. А у я попробовал. Конечно. Хочешь, иди пробуй. А ну, пильни кусочек мне. Маленький, да. Бери, пробуйся. Ну да. Он просто никакой. Он арбуз просто безвкусный. Нет, какой-то вкус есть. Не, ну что-то такое есть. Ой, еле-еле. Ну, смысла с него тоже никакого. Ну да. К сожалению. А теперь заклеить назад и замотать в пакет. Ну, ничего. Как? Первый раз в этом году арбуз. Во! Кстати, да, это тяжелание. Да. Вот так вот ставил его, как он есть, и все. И давайте кушать. Вот это. Костя принес. Да. Это Костя принес. Тяжеленькие. Так. Каждому по два бутрика. Долаживаем икру. Просто хлеб это весь. Был бы еще хлеб, я бы еще разделила. Чтобы каждому было по три. Но, к сожалению, хлеба больше нету. Костику на два бутерброда больше сделать. Зая, у нас всего каждому по два кусочка. Хлеба больше нету. Так это прекрасно. Это не прекрасно. Костя расстроится, будет плакать. Боже, там такие разговоры. В смысле разговоры? Так, все, надо чайник ставить. Уже поставил. Где? Вот. А зачем ты туда еще набираешь воды? Там хватит всем чай. Не вопрос. Вы видите, что он делает? Он говорит, там хватит воды. Он... Надо с горкой. Сядь еще туда наверх. Неудобно будет не замешать. Будет некомфортно. За это забыла постирать, чтобы люди повозмешались. А, да, у нас же вечно что-то в стиралке. Я сейчас принесу тебе стиралку. Хорошо. Итак. Так как у нас лакшери бутерброда, будет лакшери напиток. В смысле? Три в одном. Мне одному. О, нашел. Все три у тебя в одному? Да. О, кстати, они пахнут и распустились. Да, вообще уже пахнут? Распоясались. Что такое? Да? Оля, зачем я ложку принесла? Не знаю. Вкусная, да, ложка. Да, горячая. Зачем ты это сделала? Не знаю. Ой, я думаю, где мои носки? Теперь Таня... Богатая у нас. Что-то мне холодно. Вот. Дверь. Ты по кругу пошел двери проходить. О, так лучше. Шо? Давай, бутрики сейчас с чаем, а потом фрукты. У нас есть еще киви, у нас есть еще яблоки. Так, и напоследок яблочки и киви. Киви, киви, киви. Кстати, киви хорошая, Зай. Да. Но, по крайней мере, то, что я пробовала, то было хорошим. За остальные не ручаюсь. И все. И будем ложиться спать. Завтра рано вставать. Завтра много работы. Короче, пока на улице холодно, делать нечего. Есть работа такая, которая особо сильно не покажет. Поубирать. Да, Зая? Угу.
еще отремонтировать игрушки, которые потом отвезти Маринке. Короче, все, ребята. Будем прощаться. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Не забывайте про колокольчик. Большое спасибо, что были с нами. Героям слава. Большое спасибо, что были с нами. И всем пока. Как бы на улице холодно, делать нечего. Надо идти в баню, зай. Согласен? Во. Хоть с чем-то он согласен со мной. Бабушке полим баню? Зая, ты слышала ребенка?